Здравствуйте, меня зовут Алексей Красиков, я психолог-консультант, когнитивно-аналитический психотерапевт. Прежде всего, разрешите поблагодарить вас за приобретение данного диска и одновременно поздравить, потому что вы сделали очень важный первый шаг. Вы начали борьбу с вашим тревожным расстройством. Этот диск посвящен панической атаке и агорафобии. А данный диск подходит как и для психологов, практикующих, так и для клиентов. Объясню почему. Многие практикующие психологи, которые учились в институтах, никогда не изучали профиль тревожно-фобических расстройств. Они изучали акцентуацию характера, они изучали темперамент, высшую нервную деятельность, всевозможные тестирования многочисленные, всевозможные варианты и теории, но они, как правило, практическими методами на практике не занимались. Поэтому в нашей стране сформировалась такая некая большая яма между психиатрами и психологами. Яма между психиатрами и психологами заключается в следующем, что психиатров, которые готовят в медицинских институтах, учат медицинской концепции невроза, а медицинская концепция имеет один метод – это психофармакотерапия. Она не подразумевает психотерапию. А психологи в нашей стране изучают общую психологию или детскую психологию, а они не изучают психотерапию. Во всем мире психотерапия, психология и психиатрия – это три направления, которые тесно переплетаются между собой. В нашей стране, к сожалению, пока что психиатрия оперирует только фармакологией, а психология психотерапией практически не занимается. Поэтому я покажу вам, как преломляется и психиатрия, и психология, сферу, которая называется психотерапия. На этом диске вы найдете всю исчерпывающую информацию о панической атаке, о вегетативных симптомах, о том, как с ними работать. Мы будем изучать конкретные упражнения. Упражнения будут полностью от и до такими, чтобы абсолютно наверняка избавиться от панического расстройства и агорафобии. Я дам вам всю методологию, всю теорию, которая вам позволит прийти к цели. Это хорошая самостоятельная жизнь без страхов. Итак, позвольте познакомить вас с системой, которой мы будем заниматься. Прежде всего, вы должны понять, что информации будет очень много. Вы примерно за несколько часов на этом диске пройдете фактически, если не полностью, то половину курса знаний медиков по работе автономной вегетативной нервной системе, высшей нервной деятельности, работы вегетативной системе, работы страхов, фобий. Вы будете обладать большим количеством знаний. Поэтому начнем мы с теории о том, почему вам так плохо. Я перечислю все ваши симптомы, и мы увидим, что за этим стоит. Затем мы приступим к разбору, что же такое паническая атака и почему формируется агорафобия. И затем в третьей части мы приступим к отработке конкретных практических навыков и действий. Они будут включать в себя две ступени. Первое – это отработка навыков собственной физиологии. Второе – это отработка навыков на улице или в тех моментах жизни, которые вы избегаете. Я бы хотел, чтобы вы поняли главное, что паническая атака, тревожное депрессивное расстройство, генерализованное тревожное расстройство, ваша несчастная в кавычках вегетососудистая дистония, а сегодня вы поймете, что это такое, поддается полностью терапии. Главное – это делать то, что вы купили. Если вы не будете выполнять упражнения, которые вы найдете на этом диске, и не будете пересматривать теоретическую информацию, не будете повторять упражнения по тому плану, который я вам дам, считайте, что вы тратите свое время зря. Если вы будете делать упражнения, которые вы вот здесь увидите, 95%, что вы полностью избавитесь от того, от панических атак и от агорафобии. Поэтому я вас призываю максимально серьезно подойти к тому, что вы будете здесь изучать. Рекомендую вам изучать этот диск не разом и не махом за один вечер.
Посмотрите сначала первую часть, она будет называться «Общая теория». Затем, на следующий день, перейдите к части «Работа с панической атакой». И затем перейдите к изучению практических упражнений. Старайтесь это растянуть на хотя бы на 2-3 дня, потому что информация, которая будет в первом блоке, она будет очень объемной, и ее будет очень много. Поэтому постарайтесь не попытаться разом впитать все это. Психологи и медики учатся 5 лет и еще специализируются много часов. Поэтому не старайтесь сразу махом все в себя впитать. Разбейте изучение диска на несколько дней и при необходимости пересматривайте. Поверьте, когда я читаю книгу, если я перечитываю через год, я всегда узнаю что-то новое. Поэтому пересматривайте теоретический блок, и вы всегда для себя будете запоминать что-то новое и узнавать что-то более важное. К тому же навыки будут закрепляться в вашем сознании просто от пересмотра этого диска. Еще хочу сказать, что наверняка сейчас кто-то скажет: «Алексей Юрьевич, а как же так? Вы же всегда ругали, что не может книга и диск избавить от неврозов. Вы же такое говорили». Да, это правда. Я говорил о том, что ни книга, ни диск не может избавить человека от невроза. Я вам сегодня нарисую почему. Потому что когда мы говорим о неврозе или о тревожно-депрессивном расстройстве, мы говорим о неврозе в целом. Я нарисую, почему невроз возникает и из-за чего. Но в данный момент наша первая задача, а как вы помните из моих роликов, у нас есть 5 основных психотерапевтических этапа. Давайте их напомним. Первый этап – это этап изучения вегетативных симптомов. Второй этап – это практические упражнения. После второго этапа наш пациент практически на 70% теряет свою яркость симптоматики. Этим мы с вами сегодня и займемся. Мы с вами сделаем первые 2 этапа. Мы должны потерять вегетативные симптомы, мы должны научиться передвигаться. Следующие этапы – это уже будет более глубокая психотерапия, но она уже будет вне симптоматическом ключе, она уже будет нацелена на аналитический подход того, почему и из-за чего я в это пришел. На первых 2 этапах, еще разок, мы с вами будем изучать и заниматься конкретными упражнениями, которые позволят вам устранить симптоматику. И это самое важное. Дальше тоже важно, и этим вы будете заниматься с вашим психотерапевтом или мной, или моими коллегами. И это будет закрепление того, чтобы более четко понимать, что с вами произошло и почему. Поэтому давайте не будем спешить. Этот диск будет содержать в себе информацию по работе с панической атакой и агорафобией, и всю методологию и теоретическую базу. Здесь не будет никаких книг, никаких текстов. Я вам все расскажу и нарисую, и распишу. Единственное, что вам нужно будет сделать, это слушать, переслушивать и выполнять упражнения. Если вы это сделаете, вы увидите результат уже в течение первых 2-3 недель. Да, действительно, я говорил, что диск и книга не может избавить человека от невроза, и это правда. Поэтому этот диск посвящен не неврозу в целом, а ярким симптомам вегетативного и тревожного характера, с которыми можно и нужно работать. Давайте вспомним этапы психотерапии. Первые 2 этапа – это изучение и практические упражнения. Вот именно эти 2 этапа мы сегодня с вами и изучим. Именно они помогут вам избавиться от того, что вам так мешает жить. А уже дальше мы приступим к более глубокому анализу убеждений, верований и того самого детства, которое и влечет за собой дальнейшие последствия. Но сначала мы должны избавиться от ярких симптомов. Ну что же, давайте начинать. Ну что же, давайте начнем. Мы приступим сейчас к изучению ваших симптомов. Но для того, чтобы это сделать, давайте сначала познакомимся с 3 нашими героями. Хочу представить вам Сергея, Алену и Виталия. Я коротко опишу их жалобы и уверен, что вы найдете в их истории отчасти себя. Итак, давайте знакомиться с Сергеем. У Сергея это случилось на работе. Сергей почувствовал сначала удар в
какой-то в области груди и подумал, что это такое. У него стало биться сильнее сердце. Он стал, ладошки его стали потеть, он стал очень тревожным. Первая мысль, которая пришла в голову, кажется, что-то случилось с сердцем. Кажется, я не выдерживаю нагрузки, и сейчас произойдет что-то страшное. А может быть, инфаркт. У меня же у дедушки был инфаркт, а вообще инфаркты так молодеют. Он стал чувствовать слабость в ногах, у него стали неметь конечности, он стал чувствовать некую потерю равновесия, и он подумал, точно, это сердечный приступ. Сердце бьется уже в груди, он начал бегать, спрашивать воду, попросил вызвать скорую помощь. Так развивалось паническое расстройство у Сергея с удара в груди, который называется экстрасистолом. Он подумал о том, что у него сердечная болезнь. Дальше Сергей пошел к врачу, к кардиологу, который поставил ему диагноз вегетососудистой дистонии по кардиологическому типу. Он проходил много обследований, и ультразвук, и ЭКГ, и Холтер. Нигде не было выявлено конкретной патологии, где-то что-то отклонялось, что-то врачи говорили несущественное, но ему по-прежнему у него эти приступы продолжались на работе. Он их стал бояться, стал избегать, брать больше больничных. Потом эти приступы перешли на дорогу, на работу, на улицу. Он стал думать, что он болеет неизлечимой болезнью, и совершенно случайно нашел в интернете форум, на котором очень похожие симптомы были у многих людей, и где он прочитал, что это не лечится, что это вегетососудистая дистония, паническая атака, никто не знает, что с этим делать. Теперь Виталий. У Виталия это случилось, когда он ехал в метро. Он ехал по своим личным делам, поезд остановился в тоннеле, и Виталий подумал, что-то у меня как-то сердечко чистит, и что-то мне голова кружится, и что-то мне дышать очень тяжело как-то. Что-то, ой, действительно, а как-то у меня дыхание неполное, что же происходит? А если сейчас закончится кислород, и я задохнусь, как же так, я не могу умереть, я не должен умирать, я еще такой молод, я еще так много не сделал, только не это. У него начинают неметь ноги, по спине потекла капелька пота, у него промелькают мысли о том, как он сейчас задыхается, бьется в конвульсиях в этом вагоне метро, люди в панике, он в панике. У него сердце начинает еще больше колотиться, сознание сужается до состояния точки, и вот-вот ему кажется, что он упадет в обморок. Но наконец-то поезд трогается, он доезжает до станции, выбегает на улицу, вызывает скорую помощь, которая констатирует совершенно банально, что ничего страшного с вами не происходит, накапали ему волокордин и уехали. Ну и Виталий опять продолжает искать свою болезнь врачей, которые не находят никакой патологии, и он опять же не знает, что с этим делать. И наша девушка Алена. Алена домохозяйка, у нее случается подобная история дома. И она потом продолжается на улице. Выглядело это примерно так же, только у нее сначала был кишечник, она мучилась несколько дней с расстройством стула, у нее было вздутие кишечника, нарушение перистальтики, диарея, затем к этому примкнули мысли, а что у меня с кишечником, затем ей показалось, что у нее какая-то болезнь кишечника или желудка. Она стала ее проверять, кишечник и желудок в норме. Потом мне показалось, что у нее что-то как-то тяжело ей дышать. И дышать у нее, дыхание у нее неполное. Она стала изучать легкие, легкие нормально. Потом она подумала, что у нее что-то с сердцем, потому что оно как-то колотится часто. Она стала изучать сердце. Потом мне показалось, что у нее что-то с сосудами или с давлением, потому что ей как-то странно видится реальность. И показалось, что у нее что-то с сосудами. Сосуды проверили, все в порядке. Потом мне показалось, что у нее что-то с головным мозгом. С головным мозгом у нее тоже все в порядке. Потом она подумала, что у нее какая-то онкология, стала проверять онкологию. В общем, проще говоря, наша Алена начала искать в себе всевозможные соматические заболевания, уверяя себя мыслью, что врачи просто не могут найти или плохо смотрят. Сергей стал думать, что у него что-то с сердцем, Виталий стал думать, что он задыхается. И грандиозная отмазка у всех трех наших героев была в том, что он не умер. Вот, допустим, Сергей и Виталий думал, что он не умер на работе и на улице в метро, потому что ему повезло, он успел. Потом у этих всех трех ребят формируется агорафобия, они начинают избегать метро, избегать работы, избегать открытых пространств, ходить в основном с родственниками или с транквилизатором почему-то, казавшимся, что он должен их спасти. Алена начинает звонить своему мужу постоянно по телефону. Сергей, кстати, тоже звонил, только он звонил маме.
А Виталий героически убегал домой, брал больничные. Это классические жалобы. Давайте сейчас в целом подведем итог. Давайте пройдемся по жалобам, с которыми вы ко мне обратились. Наверняка вы в себе их найдете, чтобы знать, что мы с вами говорим на одном понятийном аппарате, на одном языке. Итак, поскольку я не могу с вами вести прием сейчас лично, то я за вас перечислю жалобы, и вы скажете, что, скорее всего, да. Итак, давайте сверху вниз. Чувство нереальности происходящего, головокружение, шаткость походки, повышенное артериальное давление, мысли о сумасшествии, чувство давления в области шеи, тахикардия, экстрасистолы, мысли о том, что что-то не так с сердцем, что это инфаркт, и что вот-вот оно остановится, или ёкнет, или подпрыгнет, или замрет, или разорвется. Боли в области солнечного сплетения, напряжение в области горла, невозможно полностью вдохнуть, как будто воздуха не хватает или он проходит медленно, невозможно вдохнуть полной грудью. Отдышка, нехватка дыхания, процесса дыхания, боли в области желудка, тошнота или даже рвота, невозможность проглотить полностью пищу, потому что могу подавиться или просто не глотается. Вздутие кишечника, диарея или запоры, боли во всевозможных конечностях, руках и ногах, позывы к мочеиспусканию, позывы к дефекации, страх того, что я не удержу это в себе, и это случится публично, либо я опозорюсь на улице, либо в общественном транспорте, страх, что я потеряю сознание, и будут все смотреть на меня и смеяться, или что я просто умру. Или я сойду с ума. Тоже популярный страх, что я что-то с собой сделаю, потеряю над собой контроль, схвачу там ножи, веревки, что-то будет плохое, меня упекут в психушку. Или я потеряю над собой контроль, начну носиться по офису, и все будут надо мной смеяться, я потеряю лицо. Вот примерно такие жалобы, которые фигурируют в обращении наших клиентов. Если это так, и я перечислил ваши жалобы, то вы можете смело продолжать смотреть этот диск и изучать тот материал, который я вам дам. Он полностью поможет вам во всем разобраться. Ну что же, давайте разбираться, что же с вами происходит. Все те симптомы, которые я перечислил, давайте я их сейчас еще раз повторю, вас беспокоят. Потеют ладошки, бьется сердечко. Давайте вспомним вообще в целом, что происходит у вас, когда у вас паника или когда вы тревожитесь. Да? Вспомните ваши все симптомы. Посмотрите, пожалуйста, вместе с диском мы вам прислали специальный блокнот. Таблица номер один – это как раз то, о чем я сейчас буду говорить. Вам нужно взять этот блокнот и посмотреть, что в таблице номер один первая колонка – это ситуация, второе – это ваша физиология, третье – это мысль о физиологии, и четвертое – это альтернативная интерпретация. Мы продолжаем работать в этом блокноте. Возьмите сейчас ручку и выпишите на листок все те симптомы, которые вас беспокоят, и вы считаете, что это повод для потери сознания или смерти. Давайте их выпишем. Я возьму на себя смелость предугадать то, что вы написали. В принципе, я многое перечислил, но давайте разбираться. Потеют ладошки, потеют подмышки, пот по спине или холод, так? Тахикардия, учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, сухость во рту и невозможность глотать, сглатывание не получается, тошнота, позывы к мочеиспусканию, позывы к дефекации, онемение ног, как будто вы их не чувствуете и сейчас упадете. Примерно такие симптомы вы описали, когда у вас паническая атака. Физиологически я сейчас имею в виду, только физиологически. Мы сейчас про физиологию говорим, так? Так. Там у нас еще покалывание, головокружение, нереальность, это все так. Но физиологию мы описали верно. Теперь вспомните, пожалуйста, давайте разберемся, что такое страх и что такое паника. Вот то, что вы сейчас описали, это физиология страха, правильно? Правильно. Давайте разбираться, так ли это физиология.